Цель игры, короче, собирать всякие вещички и бежать домой до хатки и туда их заносить. Короче, продавать на этот свет мед, да? Какой-то симулятор, блин, бомжа. А, это не бери, это типа геник, он выключает свет. А, понял, принял. Забирай, забирай. У меня места очень мало. Ну, обворовываем всякие компании. Ну тут уже никого нет, это как бы народная собственность уже. Ну как там с деньгами? А? Не смотри на него. А я уже все, я уже обделался. Где? Говори что-то. Давай, пошли, да, лево. Все. Типа на него надо пару секунд посмотреть, и потом не смотреть, как он тебе... Давай, теперь лежи, я... Ой, блядь! Беги! Мудила! Беги! Беги, блядь! Куда тут некуда бежать? Выход сюда, блядь! Сюда выход. Он на меня так... Выкидывай сюда вещи, короче, и пошли дальше. Так, так все, он же там заблочил нам, он там кемперить нас будет. Не, он там, он убегает. Типа, у него прикол, чтобы все на него посмотреть, и типа, пару секунд только. Куда устроился на работу? Ну то нефиг было шарагу бросать, а то теперь по заброшкам ходим, тут всякую херню ищем. О, давай заберем вот это. И побежали отсюда, я потому что это сделал спаун фрейк, улучшает. Сейчас самое главное нажать, это вообще добежать. Блять, я не помню, где выход. Ну все. Все, мы тут жить останемся. Походу. Блять, я не помню, где выход. Оно теперь не видно вообще, куда идти, нафиг. Ну тебе нахер, Кулибин, блин. Нет, я не знаю. Куда ты меня завел, блин? Ну, нужно было брать вот эту светяшку, да? Вот нужно было прям вообще позарять. Она дорогая, она дорого стоит просто. Наша жизнь дороже, как бы. Кто нас потом отсюда вытащит-то? Ой, бля. Короче, бери вещи маленькие. Сейчас что? А что, тут нету никаких маленьких. Все, бежим, короче. Давай. Направо вроде. Пойдем. Ты так светишься, знаешь. Кстати, смотри. Здесь еще может две твари появиться. Это гигант и мелкая пиздючка. Собака ее называет. Ну, а собаки, наверное, убегают, а если это видишь... гигант. О, гигант глухой, но очень хорошо видит всех. Где? Я не вижу его. Сейчас, по-моему, пизда. Слышишь шаги такие, типа бум-бум. О, нет. Я уже же. Есть собака, которая без глаза, с зубами огромными. Ну, я она помню. Слышит хорошо, но нифига не видит. Ну, короче, SCP-939. Пак нужно забрать, минус. Ой, что-то... Беги быстро. Пиздючки. Как закрыть дверь? Он бежит сюда, блядь. Давай, взлетай! Подожди, не-не-не-не, он не... Всё. Боже. Всё, подожди. Нахер труп, пошел он в жопу, поехали. А, подожди, не-не-не. Заберем типа телепорт. Да там еще какая-то мразь, смотри. Смотри, телепорт. Нахер ты его все? И что с ним делать мне? Он типа... У нас штраф будет, если мы не берем трубу. А-а-а. Не забирай его. Там что-то бегает. Что это такое? Тут хрень как... Гном какой-то. Возможно, он нас даже испугался. Поехали. Пока ничего не вижу. Что ты взял? Бля, круто, будем блинчики делать. И пирожку. Приехали на космокорабле чисто для того, чтобы взять венчик. Блин, катакомбы эти. Угу. Паук справа! Нет, подожди, он далеко, по-моему. Тут тупик, тут нихера нема. Там еще какая-то мразь бегает. Там не только паук. Честно, вот, и сюда. По-моему, так. А my way, son! You president! Ты живой? Да, я обосрался только. Я просто офигел. Да, есть такое. А где оно делось? Надо, короче, идти в другую сторону. Убежала, по-моему. О, я ключик нашел. Мина! Тут, в принципе, ее можно обойти, блин, вот дебилизм какой-то. Все, понял. Там что-то черное было, я такой думаю, сейчас мне тут бокс будут продавать, я не хочу. Что, съели, наверное? Того, что всех пожрали, блин. А, живой. Пошли, нормально, он далеко. Можно прямо пройти. Ну давай, поехали.
А там тусит слева. Он идет, он идет, тебе жопа. Фу. Купец. И все ради венчика. Купец. Сейчас открываю. Забегай, забегай, забегай. Я чуть не обосрался. Боже, блин. Ты чё, дар речи потерял? Что такое? Я не слышно, если что. Ой, мама пришла. Сука, бабайка. Капец. А как я за стеной был, как он достал? А он забежал внутрь, алё. О, ща этот возвращаться будет. Его еще гигантский червь смотрел. Да. Как ты думаешь, кто его сожрет? Не знаю, не знаю. Я думаю, что псина все-таки. А я думал, что че? Ну давай, глянь. Он типа будет идти на картах? А, блин. Ну давай, давай, съешь его, съешь его, блин. Ну, давай, ладно. Давай. Давай, я. Пожалуйста. Давай, кусай, кусай. Пусть он выживет. Так, тут их две. Да, вторая не через стену сошла. А, все. Добро пожаловать. Я червяк съел. Короче, не берите металлические вещи. Или чё? Прикидывайте, это как взять будет молния шарахать. А, это не потом? Я о, потом, блин. Пиво. Где пиво? Где пиво? У меня. Ты теперь будешь президентом. Ура. Экономическая победа. Скорее уж культурная. О, сервера тут майнили этот, Бетховена. Пойдем, ты первый, давай. Тебе не жалко. Ах ты гад, а. Я просто неопытный, меня нельзя. О, ключик. Мотор от Жигули. Уже два мотора. Ладу Калину можем собрать. О, пиво. О, да. Все, не нужно, давай. Ну давай, выходи, кидай. А что, кто взял генератор? Туда не заходим, переноси вещи. Пойдем. А что дороже, пиво или мотор? Пиво, потом мотор. Понял, логично. Хорошо, что по пиву молния не бьет. Да, кстати, но оно ведь стеклянное и в пластмассовой коробке. Капец. Да бери давай как-то. У нас один умер. Да блин, от чего? От обиды? Пойдем. Бери болтик. Ну болтяра. Давай, погнали. Капец. У тебя отвертка под него есть? Сейчас могут быть слепые собаки. А, вон вижу. На карты. А как? А, все. Сейчас подожди. Твою мать, дзызнуло током. О, да, он спал. Все, круто, блин. А мы все вещи просрали. А на сколько батарейки хватает? Я не знаю, но лучше лишний раз не говорить и выключать раз. Все. Поехали. Паук! Твою мать, что с ним делать? Заходи, заходи. Поехали. Ебать. Твою мать. Чуть бля, не сгрыз. Он мне в табло всадил. Короче, так, заходим и убегаем. А какой смысл? У меня все под контролем. Я забежал удачу. А я в тупике наверху, блин. Твою мать. Он меня пасет. Сука, он меня пасет прям справа. После выхода сразу. Меня он все. Все, меня сейчас съедят. Фу, все, нахер. Я еле убежал. Он мне зажал, блин. Давай еще раз. Не хочу больше. Нахер эти аттракционы. Пока он не
Давай, раз, два, три. Поехали, поехали, поехали. Не знаю, где он, но где-то там топает. Вот Firexit, и тут... Я взял. Раз, два, три, я захожу. Твою мать, что-то очень страшно. Прием, вы живы? Что это за тварь такая тяжелая? Это мужик-акула, по-моему. Мужик-акула? Что за бред? Она меня сожрала. Я сам чуть не обосрался. Да, еще раз, раз, два, три. Не, я не пойду туда. Ты что, ты дурак? Я еще понимаю, паук, ты туда не. Все, я беру с собой движок от Шахи, и я пошел домой. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и колокольчик, и комменты обязательно.